Сборная команда Витебской области завоевала другое место на першинстве Республики Беларусь по баскетболе сярод дзяўчынак 2006-2007 годов нараджэння. Наши спортсменки без поражения прошли групповый турнир и только у центральном матче соступили соперницам с Гродно. Тема протягне Сергей Мисурагин. Баскетбольный турнир у Витебску собрал 7 команд из всех областей Беларуси и города Минска. Барацьбу на паркете вяли 13-14-годовые девчонки. У баскетболе этот возраст лишится средним, и специалисты надают ему пильную увагу. Минавито в этот час становятся видовочными перспективные спортсменки, кто в будущем может выступать на высоком уровне. Особенность этих соревнований в том, что выступают наше подрастающее поколение, смена нашим баскетболисткам. Эти соревнования проводятся ежегодно. Средний возраст у нас неплохой. Мы думаем, что наша команда будет играть на первенстве Европы и выглядеть достойно. Как показали стартовые поединки, узровень сборных областей вельми адрознивался. На медали мог претендовать только квартет команд. У тым ліку и постоянный фаворит подобных турниров – дружина з берагоў Нёмана. Гродзенские тренеры сачылі за поединками соперников, каб знайсти их слабые и моцные баки и, отповедно, подрыхтовать своих подопечных. Как любой тренер, наверное, ставку ставит на защиту. Вот, и спрос у меня идет больше вот, по обороне. Ну, в зависимости от того, как защищаемся, так и будем нападать. Так само в интервью гродзенские наставники отзначили, что одной из команд, кого треба остерегаться, з'являються господыни спаборництва. У свою чергу команда Витебской области у доброй форме подошла до республиканского турниру и была готова змагаться за самые высокие места. Команда, в принципе, очень хорошая, неплохая. Мы в боеспособном составе, поэтому будем давать бой и столице, и Гродно. Мы разбирали их игру, есть свои наработки, есть свои козыри, скажем так. Як и прогнозовали специалисты, Гродно и Витебск без особливых проблем разобрались с оппонентами у своих подгруппах. А вот у финальном поединку фортуна была на боку гродзенских баскетболисток. За их загулял больше спаборнинский опыт и гульневая практика. Витебские баскетболистки стали серебряными призерами спаборнинства. И у протяг темы у минулой выходные в рамках чемпионата Беларуси сярод мужчинских команд Витебский Рубон примал Смоки Минск Резерв. За полторы хвилины до сирены рубоновцы вяли с розницей у 6 очков, але не смогли утримать перевагу и уступили 79-82. Это поражение отсунуло витеблян на третий рядок турнирной таблицы. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин. Новини Витебска.